смотрите Ukrainian Fashion, и с вами я, Алина Даниленко. Сегодня мы на открытии Донецк Fashion Days в международном аэропорту города, где собрались самые яркие и стильные люди. Вдохновение, форма в сложном крое, в сочетании с жаккардами тканями, с принтами, пантеры, африканские. Ну, жаккард сплетен африканским таким рисунком. Я в том, что была на Ukrainian Fashion Week, потому что на самом деле дизайнеров сапожник без сапог, но сейчас я в сапогах и в новом платье. Но Ukrainian Fashion только закончился, поэтому мой наряд – это концептуальная часть наряда, который был там, в коллекции. Видите, такое монашеское платье, шелковая сетка. Мне очень приятно, что люди пришли нарядно одетыми. Это так красиво, это так лестно для дизайнера. Ну, когда люди собираются, одеваются, они красиво одеваются, они посвящают этому время, это здорово. Место нестандартное. Мы в этот раз присутствуем в неких таких привычных интерьерах. Наверняка есть определенный тренд. Мы часто видим это в столице. Я думаю, что организаторы сегодняшнего показа наверняка и равнялись на бренд Обрани, который неоднократно уже проводил свои показы в каких-то нестандартных местах. На вертолетной площадке, в заброшенной станции метро и так далее. То есть это очень круто приспосабливать неприспособленные для этого места. Одет в пошитом для себя костюме за очень быстрый срок, какой-то обыкновенный итальянский галстук, пара обыкновенных обыкновенной обуви, поэтому ничего такого брендового на мне сегодня нет. Произошло наше ожидание, я думаю, ожидание всех зрителей произошло. Я считаю, здание аэропорта – это идеально выбранная локация. Я думаю, все прошло замечательно. Мы видим, что сейчас очень много людей, которые стоят. То есть пришло гораздо больше людей, гораздо больше прессы пришло. Думаю, все замечательно, эмоции переполняют. На мне платье донецкого дизайнера Олеси Кошечкиной. А сумка у меня Unique. Она представляет сегодня свою коллекцию. Аксессуары Сваровски. Проведение, новый аэропорт, красивые, безумно, девушки красивые. Хотелось бы, чтобы люди побольше улыбались, единственное, потому что какие-то они опечаленные очень. Может быть, еще не проснулись? Но я надеюсь, что все будет снять и улыбками, и будет только хорошее настроение. Я две коллекции только что отсмотрела. Заинтересовали кое-какие платья, может быть, посмотрю поближе после показа.
брал вообще из логотипа. Если вы заметили, здесь практически везде присутствует мой логотип КМ, ну, то есть эти буквы М. Они везде на одежде есть вообще, и как бы за основу был взят вообще форма моего логотипа. А вообще хотелось просто показать энергичную спортивную женщину, вообще живущую в мегаполисе, ну, в современном мире. Площадка, приятные, любимые, дорогие клиенты, которые уже друзья, то есть чувствуют себя как дома. И я думаю, девочки тоже все красивые, очень благодарна моделям, которые выстояли этот тяжелый день. Ну, потрясающие лица. Анна Бублик. Все полностью? Да. И аксессуары. Будем полностью brilliant fashion. Сегодня так получилось, что я во всем своем платье авторское, тоже собственного исполнения, и серьги это из новой коллекции, это практически вот с пылу с жару, чтобы порадовать Донецк. Главное, я считаю, в создании аксессуара, это чтобы достичь образа, к которому стремишься, а уже материалы, которые применяются в этом. Сегодняшней коллекции? Ну, в любом случае, сегодня были такие гуру, да, ну, одни из гуру украинских дизайнеров, да, на которых, ну, приятно смотреть. Ну, во всяком случае, как раз вот показ двух дизайнеров, которые были на украинской неделе моды, я пропустил в тот момент, да, и мне сегодня было как раз приятно, что я сегодня их увидел, потому что я, ну, не могу сказать, что прям вот так вот прям почитатель, но мне очень нравятся показы Голицы Елены, да, и Анны Бублик.